Всем привет! Сегодня 4 июля. Мы сегодня на море в Бердянске. На этом катере мы вчера катались вечером. Сегодня он не работает. Эти кораблики работают, пиратские. Сейчас посмотрим, какое море, теплое или холодное. Сегодня погода холодная, ветреная. Небо затянуто. Дождик сегодня в интернете написан. Хотя ветер хороший. Водичка. Я бы не сказала, что холодная, но прохладненькая. В принципе, купаться можно, если привыкнуть к воде. В принципе, на пляже не так и ветрено. Я бы сказала, даже ветра не чувствуешь. Я думаю, купаться можно. К воде быстро привыкаешь. Вода нормальная. Сейчас градусов где-то 23-24. В принципе, купаться можно. Сейчас пойдем купаться. Всем пока-пока, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мама, иди на корабль.